Привет, друзья! Вы на канале Катя Рендекс, с вами я, Катя. И сегодня я хочу вам сказать, что я не смогу снимать, как планировала по графику, Блюстак и Fortnite. Да, я вам обещала, но Fortnite попросили, чтобы я не снимала, так как я снимала летсплей, а тут вдруг зарядился Fortnite на моем канале. А Блюстак я просто не нашла подходящего мини-гейма, точнее даже не мини-гейма, а игры, в которую можно было с вами поиграть. Поэтому я решила, что мы в этом видеоролике вместе с вами решим, что я выложу сегодня вместо вчерашнего Блюстака и что я выложу сегодня вместо Fortnite. А сейчас вам осталось только посмотреть, что же мы с вами выберем, вот таким вот путем, о котором я сейчас расскажу. Ну а пока я буду рассказывать, вы не забывайте поставить лайк в этот видосик, подписочку и колокольчик. Я буду очень рада, если вы это сделаете. А вы можете приступать к просмотру. А решать мы это будем таким методом. Заходим в творческую студию моего аккаунта. Вот все в моем канале, статистика и так далее. Нажимаем на вкладку менеджер видео. Здесь показаны все мои видеоролики от начала до конца. У меня их всего 76. Так вот, давайте же проверим, как я и думала. Мы будем проверять последние 9 видеороликов. То бишь от Mob Wars, который я выложила вчера, до Roblox симулятора курица, который я выложила 23 августа. Вот таким вот образом будем это все проверять. Но каким способом? Сейчас вы узнаете, какой видеоролик наберет больше просмотров, тот я и выложу сегодня за вместо Блюстака. То есть без какого-либо графика. Давайте начнем с миссии «Украсть яйцо Roblox». Симулятор. 14 просмотров. Вообще, я точно удивилась. Хотя до 23 августа уже 5 дней прошло. Можно было, конечно, и больше. Может быть, мини-гейм вас не особо заинтересовал. Но, в принципе, цифра, как бы так сказать... Ну, вроде как ничего такая. Ghost Warrior Sniper. 2 просмотра. Он вам поначалу нравился, но потом, видимо, перенравился. Субнавтика первое погружение. 6 просмотров. Для Субнавтики это хорошо, так как Субнавтика очень непонятная игра. Мы в ней почти ничего не изучили. И так как это была первая серия, вообще первые части у меня очень мало набирают. 15 просмотров. Обычный день пчеловода. Это было очень круто, так как вы никогда эту игру не видели на моем канале. И тут набрала 15 просмотров. Даже 2 комментария было. Это мне писал... я во всех видео по Роблоксу, а у меня их ого сколько много. Потом в конце видеоролика вам скажу, если не забуду. Писал мне, я во всех видеороликах говорила, давайте, пишите свои никнеймы в видео, я добавлю вас в Роблоксе. И только когда я выложила Beast Warm Simulator, мне написали, добавь меня в друзья. Ну хорошо. Дальше. Build Battle. 5 просмотров. Build Battle. Майнкрафт у меня Build Battle не набирает обычно очень мало, но так как я обожаю Build Battle, я просто не могу не выкладывать его на свой канал. Если вы будете протестовать, чтобы я не снимала Build Battle, пишите об этом обязательно в комментариях. Ну, может быть, не буду. Дальше. Продажа курятника House Flipper. Эта серия была очень интересна, я обустраивала, и вот как-то вот так вот все дело получилось. И 6 просмотров набрало это дело. Вообще, у меня никогда не набирал House Flipper больше 6, 7, 8 просмотров. Так как, ну, не любите вы House Flipper, это я уже поняла. Хотя, вот эти вот 6, 7, 8 людей, они его как бы смотрят. Создаем оборудование и готовимся к изучению подводного мира. Субнавтика, вторая серия. Извините, вылетела рекламка другого канала. Так вот, создаем оборудование Субнавтика, 13 просмотров. Я удивилась, так как я выложила ее вчера, а вы уже набрали 13 просмотров. То бишь, почему-то вас даже первая часть заинтересовала больше второй. Но картинка, честно сказать, по скриншотам, я выбрала самую хорошую картинку. Она мне очень понравилась. И поэтому, собственно, делу, может быть, картинка вас и заинтересовала. Так как по первой игре, по первой части, точнее, Субнавтика не так выражена картинка, скриншот, как на второй. Там эффекты всякие такие. Ну, в общем, Мэйтай и Мэйтпорт. Я картинку буду переделывать, скорее всего, если найду ничего лучше. Ну, это так. Значит, четвертая серия. Вначале Мэйтай и Мэйтпорт еще как-то набирала просмотры. Сейчас она уже просто у меня не хочет. Если я выложу, к примеру, 2 видео, и так оно дальше и будет, то я больше снимать Мэйтай и Мэйтпорт не буду. Это мой чисто релив. Если она вам не нравится, зачем она мне на канале? Чтобы повысить рейтинг видеороликов, тогда я буду больше снимать там Майнкрафта, Beast Farm Simulator, которого вы любите, там куриц, Roblox. Да, то же самого House Flipper, который хоть немного людей смотрят, но 2 человека, я точно эту игру снимать не буду. Если, как бы, давайте, если я еще выложу 2 видеоролика, то есть когда у меня будет 6-я часть, подожду несколько деньгов, если не наберется, то значит все, Мэйтай и Мэйтпорт удалять с канала не буду, пусть будет, но скажу вам честно, что снимать больше не буду, если будет так же 2 просмотра. Хотя бы 6, как у House Flipper, так как House Flipper буду еще продолжать.
Ладно, Mob Wars за один день набрал 7 просмотров. Это, конечно, не так круто, как Subnautica вторая часть, но тоже реально молодцы, ребят, что смотрите меня. Ну вот, ребят, все мы почитали, теперь время подвести итоги. Что же я выложу? То, что я должна была выложить вчера, место Блюстака. Очевидно, выиграл Бесфарм Симулятор, 15 просмотров. Значит, сегодня вместо вчерашнего Блюстака я выложу Бесфарм Симулятор. А что я выложу вместо Фортнайта, мы решим по лайкам. Начнем вот сверху. 1 лайк, 0, это отходит, 1 лайк, 0, 1, 0, 1, 0, 2 лайка. Значит, сегодня я вылаживаю вместо Фортнайта миссия украсть яйцо Roblox Simulator. То есть курятину вылаживаю и Бисварм Симулятор. А на этом, друзья, мы с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Сегодня, получается, я вложу Бисварм Симулятор, Симулятор Курицы и также MyTimeMate Porchu. Поэтому ждите обязательно MyTimeMate Porchu на моем канале и также другие мини-геймы, кто какие любит. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал и будем с вами прощаться. Всем пока-пока!